Так, знаешь, я в шахтах поеду на вот этой машинке. На формуле поеду. Так, едем. Так, 1400 метров мы здесь проезжали, да? Я даже знаю, в каком месте мы там... Что-то у нас не получилось. А, короче, знаешь, что? Мне надо танк прокачать. Да. Прокачать танк. И для этого мне нужно монет. Куча монет. На прокачку танка. Да, шлем вот мне не помешал. Опа, у нас вот машинка начинает ломаться. Оп, главное башкой. Башкой не стукнуться. Так, ладно, поедем на этом. Гоночном грузовике, гоночный грузовик. Мы здесь много проезжали. 2 километра. Так, но он тоже, вот этот автомобильчик, грузовичок, он тоже ломается. Кстати, да, он разламывается. И, в принципе, очень легко его разломать. Но главное, мы стукаться не будем. И все. Никс. Бензик. Уи, нифига себе, как я подпрыгнул. Ну ладно. Кто-то детальку потерял, а? Слушай, чувак, кто там был до меня? Опа, опа, аккуратно. Мне главное не переворачиваться. О, смотри, как я шлепнулся туда, да? Офигеть, я что-то себе сломал уже. Да. Едем дальше. Икс. Главное, что у меня тут голова закрыта. Это вот не страшно. Так, надо наверх. Ах ты, ё-моё. Ну, это не страшно, что я разбился, потому что не нужно было сюда ехать. Так, поиграем в кубки немножко. Монетки заработают. А зачем мне вот эту машинку вы мне предлагаете? Нет, я поеду на своей мощной машине. Конечно же, на раллийном авто. Так, идеальный старт. Да, ребята, когда я прокачаю движок и полностью этой машинки, ну держитесь. Держитесь, все соперники. У меня она и так уже хорошо быстро едет. Будет еще быстрее. Ого! А что это за мутанты со мной играют? Я, значит, не смог забраться, а они все забрались. Наверх. Офигеть просто, мутанты. Мутантище какой-то. Я, значит, кое-как туда заехал, а они в легкую причем. А что это такое? Вот что это за место такое волшебное? Да оно, блин, вообще не едет здесь. У меня машинка здесь не едет. А в чем прикол такой здесь? Ладно. Нам, видимо, это надо все перепрыгнуть. Блин, вообще жесть, подстава такая, а? Какая подстава? Здесь я перепрыгну. Ну, это... Толк от этого, я сейчас последний приеду. Ну. А нет, не последний, третий. А, всего четвертый. Четвертое место у меня, офигеть. Ну, здесь просто эти гонщики просто мощные. Опа, я даже сделал сальто. Блин. Еще башкой стукнемся, пожалуйста. Для полного счастья. Ну, какой-то сложный, смотри, карьер этот. Он все погибает. Так, вторая позиция. Итого третье место. Да, третье место ни о чем. А чё-то я не пойму. Поменяли, что ли? 28 дней. Получается, за 28 дней нужно всю канитель проехать. Вон оно чё. А чё это такое вообще? А, детали.
ты типа детали будешь получать. Хорошо, поехали. О, господи. Тут прям конкретно такие уже прожженные эти самые такие игроки со мной играют. Ничего не просто так. Ну хорошо. О, я случайно выбился вперед. Давай, 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 давай. Впереди все. Так. Ладно. Поехали. Какой-то кролик со мной играет. Вау, 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 вау. Давай, давай, ускорение. О! Ускоритель мне помогает немножко. Ой, водичка. Еще одна водичка. Смотри, как воды надо. Угу. Давай, 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 давай. Сейчас еще одна первая. Ну и еще раз первое место взять, я возьму кубок, наконец-таки. Так, чуваки, я два раза был первым. Я хочу третий раз тоже быть первым. Ого, что-то случилось. Что-то, ребят, случилось. А, звука нету. Музыка выключилась. Офигеть. Ну ладно. Да куда ты назад-то поехал, алло? Чё с тобой не так-то, машинка? Ты чё так газанула-то назад? Жесть, ребята. И тут финиш. Прям, ой, как красиво. Зачем сюда финиш-то поставили-то? Продолжаем гонку. Давай, 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 быстрее, давай, давай, перепрыгивай. Хорошо. Так вот нифига тут улетел, смотри. Офигеть. Да, тут главное не стукнуться. Опа! Я говорю, главное не стукнуться, стукнуться. Эх, еще раз. Ладно, поехали. Прикол, прикол было. Говорю, не стукнуться, и башку как стукнуться. Ну там опасно. Ах, так. Неужели первый приеду, а? Так, а тот, смотри, догоняет меня. Чувачок. Еще немножко и есть. Первое место. Так, а только третье дали? Так, интересно, смотри, нет топливного расстояния. Ладно, поехали на этой машинке. Должна нормально далеко проехать. Сейчас попробуем. Оп, 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 давай, 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 давай. Так, а сколько мы там обычно доезжаем, проезжаем? Сейчас посмотрим. Да. И гаджет сюда точно нужно поставить. Ну сейчас, ладно, гонку тут завершу и посмотрю. Опа, бензинчик вонючий закончился. Давай, 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 давай. Я теперь понял, как сюда поставить. Все, а мы обычно сюда и доезжаем. Так, хорошо, 521 метр. Ой, а здесь надо прыжки делать, да? Так, давай на этом будем прыжки делать. Так, это, в принципе, неплохой у нас рандулетик. О, блин. Слушай, надо было поменять. Сюда надо другой ставить. Да, ну сколько проехали? 1500. Так, разрешение объектов запрещено. Так, давай танк. Танк берем. Поехали. На танке. Разрушение. Кстати, у нас это получается повторы, что ли? Так, это все дело разрушено. Нет, главное не упасть. Главное проехать дальше. Да. Здесь нужно какой-нибудь гаджет поставить. Так, ну сюда мы, в принципе, доезжали. Так, сейчас главное быстренько, быстренько, быстренько вот туда доехать. Все это дело разрушить. Оп, 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 оп. А, кстати, там еще и финиш есть. Но, к сожалению, к финишу мы не приехали. Эх. Так, нужно как можно дальше проехать. Ну, давай я на мотороллере поеду. Так, здесь можно и на мотороллере, здесь я хорошо проезжаю. Это я помню. Так, сейчас все это перекинется, рассыпется. Опа, 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 оп. Ах, я еще и разбился. Ах, плохо. Ах, монеты за трюки. Ну, давай. Попробуем трюки здесь делать. А, ну у нас машинка не особая такая для трюков, знаешь. Ну ладно.
и переворачиваться, делать сальтушки я не могу на этой машинке. Ну ладно. Поехали. Нам хотя бы монетки забрать. Кто-то уже разбился. И на хорошей таком примерно машинке. Неплохой. Ну а мы попробуем доехать, ребята, до финиша. Не знаю, получится или нет. До финиша доехать, но мы постараемся. Снег. Блин, а там по пятерке лежали монетки. Ну ладно. Давай назад отъедем немножко. Ой, зря, конечно, я так далеко назад отъехал. Ну ладно, бензин сейчас заберем. Ничего страшного. А бензин наверху находится. Да ё-моё, подстава какая. Какая подстава. Ну ладно, сейчас попробуем. Наверх. И здесь заехать на эту гору. О, давай, 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 давай. Ну, не получилось. Да, давай еще под конец башкой стукнусь, да, нормально будет. 7000 рекорд.